Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня хочу предложить нашему вниманию Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 16 и ниже. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Это очень интересная и поучительная история, братья и сестры. Обратим внимание, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Такое впечатление, что он обещал прийти, но не пришел. Или, как ученикам казалось, не пришел вовремя. Где он был? Он молился. Эта история описана в трех Евангелиях. Евангелие от Иоанна, Марка, Матфея. И все три евангелиста, описывая эту историю, предваряют событиям, что Иисус зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Это Бог допустил для их испытания эту бурю. Дул сильный ветер, и море волновалось. Но это не значило, что Он забыл о них или не видит их. Нам кажется иногда, что Иисус далеко, и мы предаемся отчаянию. Но в этот момент Он молится за нас. Когда в нашей жизни все темнее и темнее, Он рядом. Мы не забыты, Он помнит о нас. Евангелист Марк 6:48 пишет: «И увидел их, бедствующих, в плавании, потому что ветер был противный». Откуда увидел? Увидел с молитвенной горы. Неизвестно, каким образом они ожидали его прихода, но так как он пришел, было необычно и неожиданно, и они не узнали его. Он шел по морю, шел по волнам, которые так пугали их. Волны были под ногами Иисуса. Он шел как победитель. Ученики от страха вскричали. Но в этот момент над ревом волн раздался голос Иисуса: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Когда Он рядом, нам не надо бояться. Мы читаем Марка 6:51: «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и страх утих». Наступила тишина, тишина на море и тишина в сердце. После этого в лодке было удивительное служение. Евангелист Матфей описывает его, 14 глава, 33 стих. «Все, кто был в лодке, подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“». Это было служение поклонения. Увы, сегодня многие не так понимают это служение поклонения. Дорогой брат и дорогая сестра, если вокруг тебя становится все темнее, если волны все выше и выше, и ветер сильнее и сильнее, помни, Он молится за тебя. Он рядом, Он никогда не забывает. Вы слышите голос Иисуса: «Ободритесь, это я». Поклонимся Ему, помолимся Господу. Это Он говорит нам сейчас: «Не бойся». Время молитвы.
21.00.